На Ямале начался прием заявлений и проектов от некоммерческих общественных организаций на получение субсидий. Накануне провели видеоконференцию с участием заинтересованных специалистов и представителей организаций, которые планируют участие в данном конкурсе. Напомним, он проводится в регионе уже в 17-й раз. Губкинские общественники принимают в нем участие ежегодно и неоднократно становились его победителями. Так, в прошлом году денежные суммы получили две губкинские некоммерческие организации «Белая Русь» и «Доброе сердце». Предпочтение будет отдаваться проектам, связанных с социальной защитой населения. То есть это вопросы, связанные с тем, что общественные организации берут на себя функции органов социальной защиты, выполняют, допустим, какие-то работы, связанные с поддержкой пожилых людей или людей с ограниченными возможностями. То есть вот под эти цели, под эти задачи деньги выделяются в приоритете. Максимальная сумма субсидий – это 500 тысяч на один проект. Бывает, что проекты и меньшей суммы, безусловно. Вот, то есть все зависит от конкретного проекта, который может быть очень-очень разным. Стоит отметить, что в Губкинском порядка 60 некоммерческих общественных объединений. Какие из них станут участниками конкурса, покажет время, которое, кстати, ограничено. На подачу заявлений и составление проекта 2 недели. Прием документов завершится 16 марта. Итоги конкурса подведут в апреле.